Интер надеется, что ключевой полузащитник сможет сыграть в финале Лиги Чемпионов против Ман-Сити. Миланский Интер с оптимизмом смотрит на то, что Генрих Мхитарян будет в достаточной форме, чтобы начать матч против Манчестер-Сити в следующем месяце. Об этом сообщает сегодняшнее печатное издание миланской газеты La Gazzetta dello Sport, которое сообщает, что армянин находится на правильном пути, чтобы сыграть и даже попасть в стартовый состав финала Лиги Чемпионов. Интер подтвердил, что Мхитарян получил травму квадрицепса. Армянин получил растяжение прямой мышцы левого бедра во время ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов над Миланом. Бывший полузащитник Ромы и Арсенала восстанавливается перед финалом. Полузащитник Интера Генрих Мхитарян готовится к финалу с Манчестер-Сити. Мхитарян был ключевым игроком Интера в текущем сезоне. 34-летний футболист провел в общей сложности 48 матчей во всех турнирах с момента перехода из Ромы прошлым летом. Мхитарян показал себя решающим в Лиге Чемпионов, в то время как он стабильно присутствует в полузащите. Поэтому мало кто сомневается, что Интер захочет вернуть армянина в финал. По данным Газетта, все выглядит оптимистично. Хотя Мхитарян не собирается возвращаться ни в одном из двух оставшихся матчей Интера в серии А, это не заставит себя долго ждать. Полузащитник может вернуться к полноценным тренировкам с остальной частью команды во время финального матча чемпионата сезона против Торино. Таким образом, у Мхитаряна была неделя на подготовку к финалу. У полузащитника будут хорошие шансы стартовать в Стамбуле. Финал против Манчестер-Сити – это возможность, которая выпадает раз в жизни, и Мхитарян сделает все, чтобы ею воспользоваться. А я на этом все. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал. Всем добра и громких побед!